Здравствуйте. Никита, много разговаривает. Вот этот человек, вот это Сергей Томов. Я его первый учитель, я его учил 5 лет. Он призер чемпионата мира по дзюдо и чемпионата Европы и 3 место на Олимпийских играх. Я первый учитель. После этого у него еще было 4 учителя. То есть он занимался почти 18 лет. У него не было, то есть вот он когда тренировался у меня, я ему говорил, так, Сережа, 50 бросков под хват. Все, он там есть, шел и делал. Я говорю, Сережа, что делаешь? Он тренировался так, разминка со всеми, отработка, после этого борьба, потом ушел отдыхать, пока вторая группа разминалась, затем он выходил, делал там броски, там броски, там броски, боролся и уходил домой. Он не разговаривал на тренировку, подработал. Тут его, чем вы больше говорите, тем вы хуже. Кристиан, ну вот здесь. Значит, сейчас вы будете бороться без бросков. То есть вы можете показывать заднюю подножку, но до конца не делать. То есть как бы это называется на японском языке рандори. Это игра в борьбу. То есть вы мягко берете захват, мягко заходите, как бы. И вот боксеры иногда стоят около зеркала. Раз, 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 раз. Так и здесь. Берете захват. Раз показал заднюю потихоньку. Он ушел. Он тебе показал через бедро. Ты показал зацеп. То есть идет борьба без бросков. Но рукой. Понятно? Хаджина. Поехали. Хорошо зашел, то можно. Что это такое, Андрю? Стали в стойку. Эй! Покрепли его. Крепкий час был. Вы что сказали? Нет соревнований. Ну нет, так нет. Андрей говорит. Сейчас тоже скажете, что нет. Пошли, пошли, боремся. Вот, смотри.
Только выпрямляем или так, и так делаем.
И получается, что вот когда я его держу, он упирается, чтобы уйти. Упирается вот сюда. Вот. Я его беру рукой раз, видите, показываю болевой прием. Могу сделать вот так. Если он сгибает руку, могу поставить ее сюда под ногу. Это болевой прием. Если болевой прием, болевой, то надо, он должен постучать 2-3 раза или кричать «Валео!» Кричать «Есть, есть, есть!» «Есть, есть, есть!» Если борются вот такие, как он, новички, судья имеет право, прямая рука, он сразу говорит «Мате!» «Ипон» и «Сора мате!» «Мате» – это стоп. «Ипон» – чистая победа. И «Сора мате» – это конец схватки. Хаджиме – боремся. «Мате» – стоп. А «Сора мате» – это конец схватки. Все, схватка закончилась. Дальше. Что у нас еще есть? А дальше у нас еще есть? Нет, а дальше у нас есть еще удушающий прием, например. Вот я беру отсюда, вот раз, оп, душу. Сели. Выше сели. Еще раз, сядь на колени, жену. А что ты жену? Значит, партер можно душить. Если будет, значит, вы лопаете или это. Отсюда посмотрите движение. Оп. Можно так. Можно так чуть-чуть наклонить. Можно отсюда задушить. Можно отсюда задушить. Стой. И можно. Ладно, это я не показываю, только схватить, и мне потом проблемы будут. И еще раз. Если начали душить, душить. Вы чувствуете, что попались, значит, надо сдаться. Если вы не сдаетесь, то вы можете. Будем говорить так, здесь артерии, кровь в голове не приливает, и вы можете потерять сознание. В этом случае ложись на спину. Вот когда он потерял сознание, когда вы душите, не надо бежать к тренеру. Говорит, Сергей Анатольевич, я его задушил. А он говорит, а я говорю, молодец, он говорит, так он там лежит. Как лежит? Ой, ты что, блин? Делается такое. Обычно, когда человека. Вот вы можете тренироваться случайно, да, а он не сдался, и обычно судороги, то есть руки, ноги прямые у него. В этом случае берете за ноги, поднимаете, расслабляете. И вот такое движение. Раз, два. Для того, чтобы дыхание, не надо смеяться, чтобы дыхание пошло, и он начал работать. Где моей сестре так разговоры. Понятно, да? Сейчас болевые не делаем, удушающие не делаем, это кроме вот больших. А остальные, значит, удержание. Вот удержание можно делать. Так, встали. Так, Андрей, берешь руки, ты идешь пока туда. Вы вдвоем идете туда. Еще 5 минут. 5 минут. Так. С ним будешь бороться? Нет, иди сюда. И будет. Так. Слушай, я не понимаю, я за что? Да, вперед. Вперед. Так, Михаил. Андрей. Михаил Андрей. Так, еще одно замечание. Все, я тебе сегодня отправлю. Так, все, уйди отсюда. Все, Батэ, 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 иди сюда. Все, Андрей, до свидания. Домой. Иди сюда. Стань сюда. А, нет, Михаил, иди к нему, а ты идешь сюда. А ты идешь к Михаилу. Все, ушел домой. Нет такого слова, не ожидай или нет. Я сказал работать. Хаджи. Я упрашивать их буду. Маме говорит, хочу или не хочу. Замучились.
Григорий, стойка, стойка. Ты ж видишь, там борется.